зовут Алена, мне 23 года, я нивха. Мои предки и я жили и живем на Сахалине. Это остров, островной регион России. Когда я в детстве ходила с бабушкой, с прабабушкой за ягодами, мы ходили в лес, она всегда приучала к тому, что прежде чем что-то взять у природы, у леса, нужно сначала покормить ее. Прежде чем что-то взять, нужно что-то отдать. Чам-чам затта, чмит-чмит лето, тых-тых-тятта, нагри-нагри-затта, нагри-заба-туф-туф, и ты заба-чал-в-чал, тот заба-кыф-кыф, их тяба-ай-чал.